День культуры немецкой диаспоры был организован в поселке Таспугет. Немецкое этнокультурное объединение приурочило его ко времени завершения уборочной страды и назвало мероприятие «Алтенден». У немецкого народа тоже есть праздник урожая. Это день радости и благодарения за богатый урожай, залог стабильного будущего. В этот день принято накрывать столы с блюдами из даров земли, фруктами. На празднике также была развернута выставка изделий мастеров прикладного искусства. На праздник были приглашены члены этнокультурных объединений, молодежь ассамблеи, ученики местных школ, студенты университета имени Кыргызстана. Был дан концерт. Сегодня впервые проводим свой день этноса немецкого культурного центра, день урожая, золотая осень. И очень счастливы, что к нам пришли все школы. Они будут принимать участие в конкурсе. Выставка очень шикарная. Мы, конечно же, каждого отблагодарим. У нас проходит замечательный концерт. Вот так и должны проходить концерты в мире, в дружбе и согласии.